13 мая в Хабаровске в Платинум Арена состоялся международный турнир «Кубок мэра 2017», проводимый Федерацией современного панкратиона МФП. В чемпионате приняли участие лучшие бойцы из России, Кореи, Бразилии, Кыргызстана, Таджикистана. Уважаемые дамы и господа, представляем вашему вниманию уникальный международный турнир по современному панкратиону на Кубок мэра города Хабаровска 2017 года. Турнир посвятили 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Силой мерились лучшие российские бойцы и мировые знаменитости ММА. Комсомольск на Амуре на этом чемпионате представляли Владимир Сидорчук и Илья Максимов. Я лично не сомневался в победе наших бойцов. Даже девушки из группы поддержки знают, что Комсомольск – это… Комсомольск, молодцы! Предлагаю посмотреть наиболее яркие моменты из победоносных боев Ильи и Владимира. Конец боя! Победу в этом бою одержал Владимир Сидорчук! Были тяжелые моменты для меня, попадание пару раз по печени. Сильно попал он хорошо, у меня печень прям сократилась, перетерпел. Сила воли, сила духа, сын смотрел, иначе не мог. И начал давить. А? В зале? Сын нет, сын дома по телевизору смотрит. Трансляцию, по-моему, 4 года это было. Чтоб видел отец там, было куда стремиться. Гордился. Настоящий мужчина вырос.
победитель по окончании второго раунда этого боя досрочно техническим нокаутом Илья Три слова для ребят в Комсомольске. Впечатления о поездке, о бое. Обои очень ярко, очень красиво. Спасибо, что Всевышний дает мне так выиграть. Спасибо. Итог поездки в Хабаровск комсомольчан. Давай. Все очевидно.